Как приблизить Новый год и создать праздничную атмосферу? Все очень просто. Достаточно собрать всех членов семьи и вместе украсить елку. Такое занятие сближает и дарит замечательное настроение. У новогоднего творчества нет границ, и вместе с тем каждый год приносит свои модные тенденции. В этом году популярность набирает флористика в украшения. Это различные цветы, веточки, элементы декора, связанные с цветами. Также для украшения елки лучше выбирать 2-3 цвета, которые хорошо гармонируют между собой. В этом году популярные цвета – это бело-серебристо-синий и цвета шампанского, например, шампанское, шоколадное и бордо. Есть базовые игрушки, также интересно добавить какие-то акцентные игрушки, как зверушки, бутылочки, фигурные расписные шары. В первую очередь в ель вплетается свет. После пространство заполняется объемными цветами и ветками, затем развешиваются игрушки и делаются акценты. С каждым годом все разнообразие становится украшения елки, все ограничения снимаются, вы можете украшать чем угодно: стеклянные шары, пластмассовые шары, расписные шары. Есть очень интересный вариант наполнения: прозрачный шар с перышками. В украшении елки можно использовать все, что вам нравится, от шаров, веток, вплоть до мягких игрушек. Почувствовать зимние праздники поможет и декор помещений. Как никогда актуальны новогодние композиции из ветвей с золотым и серебряным напылением, декоративные ягоды и фрукты добавят яркую нотку и будут радовать глаз. А сказочные персонажи и игрушки способны вернуть детство даже самых серьезных взрослых. Это может быть, например, входная дверь, украшенная венком, или какой-нибудь композицией в виде звезды. Можно украсить праздничный стол, дополнить его композицией живого нобелиса со свечами, которые в новогоднюю ночь вы сможете зажечь. Свежо и интересно будут смотреться в интерьере натуральные материалы, ветви, шишки, новогодние композиции живых цветов. Времени остается не так много, поэтому желаем вдохновения.